Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1390. События дня. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». За 6 октября 2019 года. Наше обращение о помощи. Тормозните курсором, дальше будет известно. Без веры в Бога, если Бога нет, без веры во Христа и в воскресение, определиться, чем тогда добро и вред, чем проигрыш и выигрыш оценим. Какая разница? Все по боку, под хвост. Страданием оправдания не наклеишь. Ты все равно умрешь. Ответ так прост. Хотя в музей спроворит лучший лемех. Я знаю, хитрые, лукавые восстанут, мол, в памяти народной и во внуках. Мы остаемся с ними, они с нами. Утешься тем, что крышкой по лбу стукнет. Или нет. Живые мыслят о живом, животрепещущие не с могильным тленом. Все, абсолютно все, пустится на слом. Смерть хряснет хрупкая через свое колено. Зачем быть добрым, биться за здоровье, и для кого страшиться грешных мыслей? И жертвовать зачем нажитым, кровным, конечно, то не может нас возвысить. О трезвости хлопочет и о спорте. Но для чего, когда за гробом пусто? Болезнь любая замыслы испортит, здесь не поможет интеллект, искусство. Но если знаешь, что с тобой Христос, избавивший от смерти и гиенны, в своих глазах тогда любой вопрос Христос сразил своею смертью тления. С Иисусом все осмысленно и важно, при вере в то, что Библия гласит. Мне интересно будет встреча с каждым и даже с тем, кто замурован в скит. При вере искренней, превозмогая боль, в опасности пригреемся с героем. Без веры жизнь бессмыслица и ноль. День-ночь в труде себе могилу роем. 11 мая 2008 года. Игнатий Лапкин. Иеремия, 30 глава, 13 стих. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Бог дает нам траву на поправку, напитал здоровьем корень, стебли. Неразумным может стать отравой. За грехи глаза таких померкли. Слово Божие живое, не гербарий. Столько в нем живительных цветов. Молодыми делает из старых, воскрешает явных мертвецов. Врач-священник нам приносит веник, непонятно от каких болезней, жжет, кропит, за запись просит денег, сопоршививших, чесоточных, облезлых. Пусть даже не умело, но и я займусь сбором трав весной ранее летом. Почему же не лечилась Русь на пустыре псалтирию от поэта? Горные отроги у пророков, у апостолов просторы и вершины. Всюду нам лекарства от пороков, если даже взять по порошинке. Целые аптеки Моисея, от гангрена и проказы лютой. На весь мир апостол Павел сеял нужное на каждую минуту. Только не ленись с умом пройтись по урочищам пророчеству Исаии. Соломонова обретешь, нарцисс, те лекарства просятся к нам сами. Фармацевтом я с вопросом ложкой, за лекарством от грехов болезней. То, что нам апостолы положат, ничего нет лучше и полезней. Застарелые болезни наших ног лечатся ходьбою с благовестием. Запасай другим лекарства впрок, не сиди, как монастырь на месте. 20 июля 2004 года, Игнатий Лапкин, Серахов, 4.28. Испытания не служат врачеством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем.
И далее Вячеслав пишет про Шахматова, чтобы найти нам побеседовать. Вот и что такое, Виталий, ощущение, что отвечает мне Игнатий Тихонович Лапкин. Эта фраза о многом говорит. Да благословит тебя, Вячеслав, Господь и сохранит. О чем это? Ну, он мне переслал 3 ролика, где он беседует с разными людьми. Вот, Семенов с Василием Казанцевым. Я буду пропускать, а вы смотрите. Ага. Вот я вижу, что такое дело. Это синий, это заметно, это нет. Не знаю, видно или не видно, но сейчас я постараюсь высветить все и перевести другим светом. У меня тут такая городушка на клавиатуре. Приходится вот сначала все это выделить, а выделить это не быстро. Нужно вот так вот гнать, он сам падает. И тогда перевести синий, допустим, в черное. Можно было разный цвет каждому. Тоже неплохо было. Вот так. Это я сейчас скажу. Вот они беседуют между собой. Вот я все это. Василий Казанцев что отвечает? Так считайте. Опять же, почему здесь? Непонятно. Подчеркнуто вот такая. Хорошо отвечает по нашим материалам, видно, Василий.
Вот такая переписка была. Очень полезная. Сознанием. Благослови, Господи, Вячеслава.